Давай, не бойся, тут всего лишь с горы лететь немного. Боится? Я бы тоже, наверное. Саламова, сильней! О! Ты резко тормоза не нажимай и будет нормально. Ты, по-моему, поехал немножко не туда уже. Наехал на стену. Давай, не боись. Мы в тебя верим. Маловато, да? Тоже вот сделали полочку здесь. Пришлось фрезой вырезать немного, чтобы вставить этот. Правда, мы не такую пользовали, тоньше. Ребята, гранитчики нам тут вырезали вот такую вот место для провода вот этого. А сюда мы вставляем вот такой вот channel в этот вырез. И с таким вот диффьюзером. Ну, я, наверное, тоненький поставлю. Красивее смотрится, чем этот круглый. Прилепил я на раствор. Вот так отрываю сейчас. Вы скажете: Серега, ты чё? Ну какой раствор? Гранит, алюминий? Оно ж не соединяется. А я вам скажу, на самом деле алюминий хорошо клеится, плюс у него здесь по бокам вот такие вот выемки, они как раз раствором и будут держаться. Плюс алюминий хорошо клеится. Кстати, снизу тоже будет свет. Что вот так. Очень даже красиво и ровно. Ребята, как преображается душ потихоньку. Закрыли потолок уже. Сейчас работаем над лампочкой LED-шной. Вот эти вот ченнелы вставляем. Здесь уже сделали. Всем привет, ребят. Вот мы наконец начинаем этот грандиозный душ. Вот так сейчас здесь все выглядит. Вчера вот просто предварительно кинули вот эту вот, у нас называется underlayment. Он, ну, я уже показывал. Вот так выглядит для провода. Здесь уже провод положили, как я уже говорил, мы наизнанку пошли. В одном из видосов. Вот он, провод здесь. И он должен будет пойти вокруг ванны и потом вот сюда выйти вот в один из термостатов. Второй будет здесь провод. В итоге получается здесь три термостата. Один на лавочку идет, один на пол. И, в общем, вот так вот. Здесь вот так вот. Пока провод висит, сейчас я его буду делать сюда вниз, чтобы уже на полу не лежал, не мешался. Здесь я вот смотрю уже, я уже запарился, пока не хочу, чтобы он был там. Потому что я еще работаю над вот этим вот, не знаю, насколько красиво получилось, ну вроде неплохо. Надо будет еще кое-где промазать, вот я вижу вот здесь чуть-чуть дырочка. Получается, гранитчики, они заранее сделали там прорез на вот этом вот листе. И вот туда я вставил металлический вот этот channel у нас называется. Вот так вот профиль. И в него вставляется диффьюзер такая вот белая. Рассеиватель такой. Есть разные. Есть вот такой полукруглый, который я буду вставлять сюда под низ лавочки. И есть
Вот. Такой я буду вставлять вот сюда. В общем, классно получается. Гранит такой. Суперский. Сегодня, наверное, постелим вот эту. Нам вот не хватило листа здесь. Вот несколько дней назад, пару дней назад, положили вот здесь вот искусственный гранит. Корс называется у нас. Здесь будем еще вот эти панели делать. И, в принципе, останется только здесь на камине. Штукатурить будут сам камин. И, в принципе, это будет уже дан. Что вот так, ребята. Работа идет. Но была бы быстрее, если бы нас не тормозили. Здесь, короче, тоже пока решается вопрос по поводу вот этой плитки здесь. Вот так здесь пока все выглядит. Будет переделываться. Здесь нас попросили покрасить потолок черным цветом. Мы сделали. И походу еще панель туда надо будет делать. Так что так, ребята. Здесь уже вот делают в шкафах. У нас называется клазец. Здесь будут делать полки. Ребята уже тут подготавливают. Но это видео будет о этом душе. Потому что душ, конечно, такой прикольный. Грандиозный. Работа там валом. И вот и начинаем. Я здесь еще раз решил просиликонить. По цвету у нас есть силикон. Не очень удобное здесь место. Вот таким чистящим средством, любым, каким есть. Пробрызгивая, чтобы не липло к руке. И вытираешь. Вот другое дело. Сейчас получилась вообще красота. Кстати, кто хочет себе такие LED-лампочки делать, вот мне надо отрезать, потому что сильно длинно. И вот здесь есть специальные места для этого. Вот. Только здесь можно отрезать. Вот так получилось без диффьюзера. Сейчас посмотрим, если диффьюзер поставить, как она будет рассеиваться. Зашла она туда идеально, конечно. Под конец сильно легко зашла. Вот так получилось с диффьюзером. Ну, свет, конечно, стал мягче. Все швы, подготавливаем пол для
вот этой вот оранжевой чехни. Короче, перед этим решили пройтись вот такой вот пропиточкой, чтобы к полу лучше клеилось. Сейчас покажу, как называется. Так называется. Мультипурпус банд промоутинг. Грунтовочка такая. Здесь очень удобно работать. Процесс идет, получается, пошел там, потом вот здесь вышел, пошел здесь, пошел сюда, 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 пошел здесь, и, короче, пошел сюда, и вот этот зашел здесь. Теперь идет другой здесь и пойдет сюда. Провод номер два идет так. И пошел. Сюда. Потом так. И заканчивается здесь. Эти сенсора иногда выходят из строя. Поэтому я кинул еще один дополнительный и засунул сюда в стену. Что если этот полетит, то можно будет этот подключить. Короче, три сенсора и два на всякий случай засунул еще. Как вам эта красота? Все, ребята, залили весь пол. Надо будет потом оттуда как бы начинать высчитать, как будет там, и оттуда переход и даже сюда. Ну, короче, работа. Вау. Термостаты висят. Все вроде нормально. Точнее, это не термостаты, а тестеры просто. Тестер. Красота. Можно меньше. Так что так. Мишаня, короче, нашел еще три двери покрасить. Пока нас не было. Короче, приехали вот с Лас-Вегаса. Короче, им не понравилась эта люстра, она сильно маленькая. И они взяли новую люстру. Вот, ребята, это люстра. Это не комод, не диван. Вот, на фоне Мишани. Вот. На фоне Мишани люстра. Это queen size bed, матрас. Ё-моё. Для такой люстры нужен лифт. И стаканов тут сколько? Это не стаканы какие-то. Смотри, мне. Лампочки? Лампочки. Разобьёшь. Надо будет новую люстру покупать. Она, думаю, не 1000 стоит. Сидим вот с Мишаней и думаем. Как нам высчитать так, чтобы вот такой вот размер, большой формат плитки, положить на этом полу, с переходом на тот пол, с переходом на эту стену, чтобы заходило туда, чтобы переходило на потолок, переходила на эту сторону, и чтобы не было маленьких кусочков. Та-та-та. Короче, мерим.
выходит не так, как мы хотим. Тут все красиво, тут красиво, там почти проходит. Единственное, нам не нравится, что здесь будет 30-сантиметровая полоска вот так. Маленькая полоска будет только в нише. Как мы этот пол кладем? Ничего интересного. Просто по прямой все. Сейчас возьмем присоски, потому что плитка не очень такая легкая. И размер такой не маленький. 30 инчей на 30 инчей. Это, короче, вот здесь написано сколько. Просто я хочу, чтобы мы заложили этот пол, чтобы можно было здесь безопасно ходить, и чтобы вот эти провода не сам heat floor отопление не испортились, чтобы никто ничего не уронил и не пробил провода. Поэтому мы хотим здесь этот пол закрыть, чтобы уже было безопасно, когда будем ложить там, в шауре. Да, ребята, надо нам сухой катер сюда везти, потому что здесь она не помещается. Сейчас вся вода будет течь. Ну, Миха попробует поймать все. Надо будет нам сюда привезти этот сухим резать. Короче, совершенно случайно у нас еще идеально получилось посредине ванны. Просто до миллиметра. Но это случайно, честно. Мы как бы визуально думали, что совпадает, а оказалось, что вообще четко. Посередине ванны, посередине шаура. Здесь почти целое, кусочек отрезаем. И, короче, пошла сюда. Да, думаю, будет все четко. О, слушай. Ха, померяй, она посередине камина точно получается. Сколько? 75,3. Визуально посередине, да. Это не Лас-Вегас, конечно, ребята. Я там не успел кости отогреть за 2 дня. Короче, да, раскошелились, купили себе присоски. Грабо. Так, надо включить, да, сначала. Ну да, конечно, намного легче теперь будет. Короче, купили 2 штуки, каждая по 100, 180 баксов. Дороговато, конечно, ну, надо. Знаешь, мы не привыкли. Слушай, надо 2, да, взять? Надо 2 взять. Да, блин, не сильно легко. Взять, знаешь, как на тупан, чтобы не его намазать. А, тебе же намазать его, да. Да.
сплю. Easy life, easy money. Процесс идет, ребята. Конечно, кажется, что положил одну плитку сразу вон. Скверфит сколько? Здесь получается почти 5 скверфит, наверное, даже больше на одной. Это почти метр на метр. Чуть меньше. Ну, все равно нелегко. Ну, красиво. Мы, правда, с обеда начали. Еще если завтра мы полностью здесь заложим и уже будем думать, что там у нас. Всем привет! Вот так пришел сегодня на работу. На выходных были в Орегоне. Вообще не выспался. Сбил все спейсеры уже. Осталось положить плитку вот там под раковиной. Вот так получился пол. Очень неплохо. Классно. Есть проблема в этой плитке. О! Один пропустил. Есть проблема в этой плитке. Она очень сильно колется. Вот, чтобы отрезать вот этот кусок, мы испортили 3 штуки. Она просто перекаленная или что-то такое. Вот мы пытались еще кусочек отрезать. И она просто пинг, и все. Вот, 3 штуки эти испортили, одну еще такую портили. Которая там, где дверь. Тоже у нас не получилась первая плитка. Вот это. Буквально прорезаешь, она просто откалывается и все. Поэтому мы сначала сверлим, а потом уже режем. Ну, будем начинать уже работать над душем, наверное, сегодня, не знаю. Миха заболел. В общем, я сегодня один. Вот эти штуки, конечно, очень нам помогают. А присоски. Мы никогда не пользовали их. Ну, сильно большой плитки нету. А, надо на зарядку поставить. Но очень помогают. Особенно на такой размер. Неудобно. Классная вещь, кстати. Сейчас заряжу.
Все забабахало под этой. Не сильно удобно, конечно, было. Все четко. Все, здесь пол. Здесь пол закончен. Осталось работать здесь, не знаю. Сейчас буду, не буду. Погодка, конечно, зимняя. Всем привет. Я вам обещал, что буду работать над душем. В итоге сделали полы и бросили пока душ. Поставили вчера вот дверь здесь. Пришлось сделать такой вот временный лендинг, чтобы там стоять хотя бы. Чтобы дверь хотя бы поставить. Поставили здесь дверь, запенили. Короче, поставили еще две двери. Вот сюда надо будет поставить еще. Здесь вот уже хозяева постепенно заносят мебель. На вот такой стадии закончили полы. Здесь пока еще ничего не начинали. Короче, поставили дверь вот здесь. Поставили новую здесь. Уже их даже сняли. Надо будет тоже красить черным цветом. Так что вот так. Должен был делать душ. Пришлось его пока приостановить. Так что так, ребята. Этот видос мне, наверное, придется закончить на этой ноте. Что будет дальше, оставайтесь, кому интересно. Всем пока.